Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал «Уютный дом». И сегодня будем ухаживать за кожей вокруг глаз. Будем убирать глубокие мелкие морщинки, будем убирать гусиные лапки, будем делать свою кожу молодой, подтянутой, эластичной и здоровой. Эта маска, которую я сейчас вам покажу, она очень хорошо восстанавливает кожу вокруг глаз. Она омолаживает, разглаживает мелкие и глубокие морщинки. И эту маску нужно делать в течение недели. То есть каждый день попробуйте сделать эту маску, если у вас есть глубокие морщины и кожа у вас очень сухая вокруг глаз, и уже вы видите, что вам ничего не помогает. Давайте приступим. Для этой маски я беру сливочное топленое масло. И здесь мне нужно будет взять 1 чайную ложку. Если у вас нету топленого сливочного масла, возьмите простое обычное масло сливочное, только очень хорошего качества. Можно купить на рынке именно домашнее сливочное масло. Также в эту маску я буду класть 1 яичный желток. Теперь надо очень все тщательно перемешать хорошо. Затем в маску я добавляю витамин Е. Вообще во все маски, которые вы будете делать домашние, я советую вам добавлять витамин Е, так как витамин Е является витамином молодости, омолаживает кожу. И в эту маску я добавлю витамина Е 3 капли. Затем я добавляю касторовое масло 6 капель. И следующее это будет глицерин. Глицерина я буду добавлять 5 капель. Также я всегда советую иметь при себе вот эти вот баночки, которые очень хорошо способствуют улучшению кожи, состоянию кожи, омоложению кожи. Это витамин Е, это касторовое масло, это глицерин и еще, конечно, приобретите витамин А. Вот эти вот баночки у меня всегда стоят, и я очень часто пользуюсь по уходу за кожей. Маска вокруг глаз готова, и ее можно наносить на очищенную кожу. Но на этом этапе я не останавливаюсь. Я вам покажу сейчас, как ее нужно правильно нанести, для того чтобы был хороший эффект. Для этого я беру соль и где-то примерно вот столько я беру. И теперь соль заливаю теплой водой. Так, перемешаю. Соль растворилась. Беру ватные диски и смачиваю в теплой соленой воде. Пока диски у меня просаливаются, я наношу маску вокруг глаз. Я буду маску наносить с помощью вот такой вот маленькой кисточки. И я вам сейчас покажу, как я это буду делать. Это очень важно. Маску я наношу очень тонким слоем на нижней части. Также наношу вот там, где синяки есть. Смотрите, маску наносите аккуратно, вот именно вот так, как я делаю. Потом, где у вас есть очень проблемные зоны, это обычно гусиные лапки, все промазываем. Она будет немножко растекаться, ничего страшного. И наносим несколько слоев. Теперь, когда нанесли мы маску, делаем следующее. Сейчас будем использовать соленые диски. Для этого диски слегка отжимаем. Слегка отжали, не сильно отжимаем, чтобы вот водичка была. Они тепленькие. И теперь накладываем вот таким вот образом. Теперь можно полежать, отдохнуть, расслабиться 15-20 минут. После 15 минут просто снять диски. Опять берем подсоленную воду, которая у нас осталась, и тихонечко протираем зону вокруг глаз. Для закрепления эффекта можно использовать ромашковый чай. Также смачиваем диски в чае, прикладываем к глазам, протираем кожу вокруг глаз, и эффект будет просто потрясающий. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми.